Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Прежде чем заводить питомца в доме, необходимо тщательно изучить все плюсы и минусы содержания домашнего животного. Чтобы вы не искали ценную информацию в разных источниках, мы собрали ее в одном видео. Итак, представляем вам плюсы и минусы содержания питомца. Содержание домашнего животного имеет как свои плюсы, так и свои минусы. И те, и другие необходимо учитывать при принятии решения, заводить питомца в доме или нет. Давайте начнем с плюсов и подробно рассмотрим, почему большинство специалистов считает, что домашние животные благоприятно влияют на жизнь своих владельцев. Домашние животные оказывают положительное воздействие на психологическое здоровье своих хозяев. Общение с питомцами снимает стресс, успокаивает и помогает отвлечься от негативных мыслей. По статистике, люди, у которых дома живут домашние животные, реже страдают депрессией. Питомцы благоприятно влияют на иммунитет своих владельцев. Так, к примеру, кошки своим мурчанием активируют защитные иммунные функции организма человека, а собаки приучают своих хозяев регулярно бывать на свежем воздухе. Существует даже такое понятие, как пет-терапия – метод лечения с помощью домашних животных. Домашние животные становятся настоящими друзьями для своих владельцев. Хозяева при общении с питомцами развивают свои социальные навыки. Очень часто домашнее животное способствует появлению новых контактов у владельца. Хозяева собак, например, нередко гуляют вместе, а хозяева кошек совместно посещают зоомероприятия. Также важно заметить, что одиноких пожилых людей питомцы часто спасают от одиночества. Домашнее животное развивает у владельца чувство ответственности, умение любить и заботиться. По статистике, дети, в семьях которых были питомцы, вырастают более эмпатичными и внимательными к окружающим. Питомцы способствуют расширению кругозора владельца. В большинстве случаев содержание домашнего животного требует от хозяина постоянного изучения новой информации о своем любимце и приобретения новых навыков, которые помогут при уходе за животным. Таковы плюсы содержания домашних животных. Теперь рассмотрим основные минусы. У нового члена вашей семьи может быть аллергия на ваше домашнее животное. Это часто становится серьезной проблемой. Конечно, во многих ситуациях помочь может специалист. Нередко при правильном уходе за животным и комплексном лечении человека с аллергией удается добиться отличных результатов в решении этого вопроса. Домашние животные не способны самостоятельно позаботиться о себе. Они не могут долго существовать без внимания хозяина. Этот факт для одних становится минусом, а для других – большим плюсом. Заводите домашнее животное только в том случае, если вы готовы ежедневно нести за него ответственность. И знаете, кто сможет позаботиться о вашем друге, если вам придется куда-либо уехать. Большинство владельцев домашних животных тяжело переживают потерю своего питомца. Для многих это становится серьезным потрясением, которое нередко приводит к появлению депрессии. Заводить питомца или нет, каждый решает сам. Главное перед таким ответственным решением изучить все за и против. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!